Добрый день. Слышно меня? Здравствуйте. Здравствуйте, да, слышно. Да, здравствуйте, да. Давайте мы в начале лекции посмотрим доклады. Лихтенштейн, Алина. Есть? Нет. Ашировой, Юлия. Тимофеева. Дикач. Никого нету. Хорошо. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. Извините, я Дикачу подготовила доклад, не успела раньше подсоединиться. Можно вам защитить? Хорошо, ладно. Большое спасибо. Вы подключитесь или раздумали? Да, я подключу еще секунду. Так. Все видно? Да, хорошо. Давайте. Здравствуйте, меня зовут Дикачану, ученица МПИ ПД-0122, и это моя защита презентации «Способы атак на DNS-сервер». Вообще существует три типа атак – DOS, DDoS и DNS-хакинг. Но перед тем, как рассмотреть, что такое, что это за типы, предлагаю вообще разобраться, что такое DNS-сервер. DNS, по сути, это… Сейчас, извините. Начнем с того, что программное обеспечение – это набор инструкций, которые компьютер может выполнить. Оно предназначено для управления аппаратным обеспечением компьютера, выполнения различных задач, начиная с обработки данных, управления задачей и взаимодействия с пользователями. DNS – это сама по себе программа, которая позволяет таким браузерам, как Chrome, Google и так далее, найти пользователю сайт по запросу пользователя. DNS же сервер – это специализированный компьютер или группа, которая хранит IP-адреса сайтов, последние, в свою очередь, привязаны к именам сайтов и обрабатывают запросы пользователя.
На данной фотографии вы можете увидеть строение как раз вот домена, чтобы перейти, использовать эту систему. Далее. Атаки DOS. Denial of Service. Атака направлена на то, чтобы запретить пользователю доступ к устройству или сети посредством нагрузки или отключения ресурсов компьютера. DOS-атака в основном используется для того, чтобы помешать усилиям жертвы по восстановлению системы. Первый тип атак – это усиление DNS, увеличение трафика на целевые сайты. Преступник с помощью IP-адреса жертвы отправляет поддельные IP-пакеты на DNS-сервер. Отвечает DNS-сервер с IP-адресом целевой машины. Затем сервер жертвы отправляет идентичный ответ на каждый запрос. Это приводит к огромному объему трафика, в результате чего происходят сбои на сервере. Далее. Истощение ресурсов. Злоумышленник проводит DOS-атаку, истощая пулы ресурсов устройства. Память, диск, сеть и так далее. Киберпреступник может увеличить потребление ресурсов приложением, размещенным на сервере, атакуя жертву сложными regex-запросами с помощью самозапускающегося сценария, который зацикливает эти запросы. Также злоумышленник может инициировать атаку, загрузив сотни тысяч вложений в черновик электронного письма. Поскольку неотправленные электронные письма хранятся локально, заполнение их нежелательными вложениями может привести к истощению памяти машины. Кроме того, киберпреступник может заставить приложение заполнить журналами все доступное дисковое пространство. Далее. Переполнение буфера. Эта атака направлена на то, чтобы заставить систему записывать память в ближайший буфер вместо предполагаемого места. Когда память записывается в буфер, это приводит к сбою приложения, использующего эту память. Этот тип атаки характерен для приложений на системном диске. Далее. Извини, что перебиваю, презентацию не стало видно. Сейчас, секунду. Буквально. Нет, презентацию видно, у меня как минимум видно. Видно? Экран видно, видно. Да, странно, извиняюсь, видимо, у меня какие-то проблемы. А ты из приложения смотришь или из сайта? Приложение. Из браузера? Сейчас не знаю. Подключилась, да, не знаю, какие Teams. Проблемы, извиняюсь. Ну, тогда продолжу. ICPM Flu. Этот вид DOS-атаки использует обычный текст подключения для сбоя, зависания, перезагрузки или ввода целевой машины из строя. Вывода. Обычно пинг-тест ICPM используется для проверки надежности подключения между двумя конечными точками в одной сети. Устройство отправляет запрос ICPM ECHO на другую машину и получает обратно ответ ECHO. Киберпреступник может злоупотреблять механизмом запроса ответа ICPM ECHO, чтобы перегрузить сеть жертвы. При этом пропускная способность атакующего должна быть сильно больше, чем пропускная способность жертвы. И последний тип раздел атак в DOS-е – это SYNFLUD. Эта атака использует трехстороннее рукопожатие TSEIP, при котором хакер инициирует отказ пользователя на сервере, повторно отправляя SYN-пакеты и игнорируя SYN-ACK-пакеты на стороне сервера. Второй тип атаки – это DDoS, Distributed Denial of Service. DDoS-атаки используют скомпрометированные хосты, то бишь боты, для запуска полномасштабных DDoS-атак на крупные цели. Обычно это крупные компании, правительственные организации и так далее. ICPM Flood, второй пункт и третий SYN Flood, они, по сути, ничем не будут отличаться от... Это те же самые атаки, что и в DOS, только атаки идут от ботов, поэтому увеличивается нагрузка, увеличивается количество этих атак. Дальше. UDP-флуд. Этот тип DOS-атаки похож на SYN-флуд и использует протокол пользовательских дейтаграмм и UDP-пакета. Злоумышленник заполняет открытые порты пользователя множеством ненужных UDP-пакетов.
При попытке связи UDP-хост пытается прослушать этот порт в поисках приложения, отправляющего UDP-пакеты. Если пакеты не найдены, хост ответит на месте значения. И это продолжается до тех пор, пока ресурсы хоста у нас не будут исчерпаны. Далее. Усиление NTP. Network Time Protocol. В атаках протокола сетевого времени, то, что мы сейчас разбираем, злоумышленник атакует общедоступные NTP-серверы UDP-пакетами. Опять же, используется механизм запрос-ответ. Атака состоит в том, чтобы в ответ на NTP-запрос приходил ответ в несколько раз больше, чем запрос. NTP-сервер дает сбой, когда он больше не может разрешить все запросы, полученные от злоумышленника. И HTTP-флут – это очень эффективная DOS-атака, использующая методы GET и POST. Субъект угрозы отправляет большое количество запросов GET или POST на сервер, заставляя его отвечать на каждый из этих запросов. Это очень ресурсоемкий процесс, который истощает ресурсы сервера и приводит вообще к отказу в обслуживании. И последний тип атак – это DNS-хакинг или отравление. Злоумышленник изменяет IP-адрес ресурса и перенаправляет жертву вместо запрошенного ею сайта на скомпрометированный сервер, который контролирует преступник. Самый часто встречаемый тип – это DNS Type of Squatting, основан на отпечатках. То есть у нас преступник создает домен, в котором разница с оригинальным доменом буквально в один символ, в одну букву и так далее. Это часто там сочетание I, A и так далее. И человек просто посредством своей опечатки попадает сразу же на страницу, на домен, который создал преступник. Далее. DNS-спуфинг. Спуфинг DNS позволяет обманом заставить жертву подключиться к поддельному веб-сайту. Когда кто-то запрашивает доступ к сайту через DNS, а DNS-сервер отвечает неточным IP-адресом, это считается атакой с подделкой. Хакер может инициировать домен, идентифицировать, да, извините, домен, которому цель пытается подключиться, прочитать сообщение жертвы и предоставить ей необходимую информацию, чтобы жертва не догадалась о подмене. Пользователь уже будет направлен на фишинговый сайт, который может быть заражен вредоносным ПО. Суть этого метода в том, что этот метод может использоваться не только с веб-сайтами, но и также может использоваться хакерами для доступа к учетным записям электронной почты и вообще другим личным данным. Далее DNS-туннелинг или DNS-туннелирование. При злонамеренном использовании DNS-туннелирования данные доставляются через DNS-запросы. Это можно использовать для подмены контента, предотвратив фильтрацию или обнаружение браунменом, а также тайной отправки данных через сети, которые обычно блокируют такой трафик. Вот. И DNS-эбидинг – это DNS-перепривязка. Вообще, повторная перепривязка DNS – это метод кибератаки, который обманным путем заставляет браузер жертвы связаться с вредоносным сайтом при вводе доменного имени, используя кэш браузера. Атаковать можно абсолютно любое подключенное к интернету устройство, при этом не требуется какая-либо аутентификация. Для защиты жертва должна отключить историю посещаемых страниц или открыть окно браузера в режиме инкогнито, чтобы отключить кэш. При привязке DNS злоумышленник может перенаправить запрос браузера жертвы на зараженный сервер. При изменении URL-адреса учетной записи жертвы все запросы к этой учетной записи будут проходить через сервер злоумышленника, что позволяет получить контроль над учетными записями в соцсетях. Вот. Это был мой доклад. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Ну да, некоторые термины, конечно, не совсем верно называются, но это не принципиально. Давайте посмотрим информацию по удаленным атакам. Так, видно экран?
Да. Значит, давайте посмотрим классификацию, ну или ее еще можно назвать таксономией, по крайней мере, она на это претендует. А чем классификация таксономии отличается? Знаете, да? Не знаете? Не знаем. Очень хорошо. Но, в принципе, классификация может быть, и, скорее всего, она не полна. Есть разные варианты классификации. Есть вот такая вот подобная дереву классификация, когда каждая ветвь разделяется, и в ней какие-то подветви. Есть фасетная классификация, где просто набор признаков выделяется, и они применяются. Так вот, классификация считается неполной, а таксономия считается полной. Ну и обычно таксономия строится именно иерархическим образом, то есть сверху вниз. Итак, у нас характер воздействия может быть пассивный, активный. Ну, активный – это когда на вас нападают, ну, например, ДОС, то есть вы ничего не делали, а на вас набросились. А пассивный – это когда вроде бы ничего не делают, например, прослушивание трафика. Люди сидят, слушают, и вроде бы вам никакого вреда не приносят. Цели воздействия. Ну, очевидно, у нас три основных элемента информационной безопасности. Основных цели информационной безопасности – это конфиденциальность, целостность и работоспособность. Ну и, соответственно, мы можем нарушать что-то одно из них. Мы можем конфиденциальности угрозу, целостности угрозу и работоспособности. Ну, конфиденциальности, понятно, это похищение вашей информации, ваших данных, вашего пароля и так далее, или вашей тайной переписки, неважно. Целостность – это когда информация приходит неверная, передача ложной информации. Ну, опять же, например, фишинговые сайты, когда вы переходите и получаете неверную информацию, что это якобы ваш банк. Ну, конечный результат – это нарушение именно конфиденциальности и в конце получение доступа к вашим финансам. И нарушение работоспособности – это, например, ДОС или ДДОС. То есть, когда перестает работать система. По условию начала воздействия, значит, после запроса с атакуемого объекта, после события или безусловное. После запроса, ну, достаточно просто. То есть, когда мы, например, скачиваем файл с вирусом, то после этого происходит атака. После наступления события, ну, вот такой пример. Рабочий день начинается в определенное время, скажем, 8 или 9 часов. Обычно в это время включают компьютеры, и можно сетевую атаку приурочить как раз к времени включения компьютеров в сети.
Ну и безусловная атака происходит тогда, когда нужно атакующему. То есть никакие внешние условия на нее не действуют. Просто атакуют и все. Ну, например, тот же самый ДОС. Никаких условий они не требуют, не ждут, просто происходит атака. Обратная связь. Нам нужна или наличие обратной связи, то есть двунаправленная атака, или обратная связь нам, собственно, не нужна. С обратной связью это когда нам атакуемый объект должен как-то ответить, ввести пароль свой, например, или пин-код. А без обратной связи нам не интересно действие объекта, что он сообщает нам. Мы просто атакуем и все. Но опять же, например, DOS-атака обратной связи не требует. Мы атакуем и атакуем. Внутрисегментное и межсегментное расположение субъекта атаки. Чем субъект от объекта отличается? Субъект выполняет действие на объект. Ага. То есть... Субъект активный, а объект пассивный, да. Значит, это связано, вот этот пункт классификации связан с тем, что у нас очень большое количество протоколов интернет является широковещательными. Какие протоколы широковещательные вы знаете? ARP. Так, сейчас. Или нет? Ну хорошо, ARP, да, еще. У нас еще есть. Вообще, конечно, тут вопрос в канального уровня. Вы же изучали 7 уровней ISO-оси. Да, вроде как. Но не помните. Ну, да, примерно так. Что там? Сейчас я на Википедии погуглю. На Википедии погуглите, да. Второй уровень – это канальный уровень. Вот на канальном уровне как раз много широковещательных протоколов. Например, это протоколы Ethernet. Это протокол локальных сетей, самый распространенный. Wi-Fi протоколы. Сотовые разные протоколы. Скажем, протокол Wi-Fi, вы находитесь как раз в среде, когда пакеты от всех хостов наполняют ваш эфир. Естественно, что для таких протоколов внутрисегментная атака более предпочтительная, чем межсегментная. Межсегментная – это когда мы находимся в другом сегменте. Сегменты широковещательные связаны не широковещательными протоколами. И в результате мы не видим, что происходит в том сегменте. Поэтому внутрисегментная атака имеет более богатые возможности, чем межсегментная. Ну и вот по уровню ISO-оси, вот, пожалуйста, все уровни ISO-оси. Физический уровень. А что у нас физический уровень включает? Провода, радиоканал? Нет, нет. А на каком курсе, в этом предмете вы изучали ISO-оси?
Вычислительные системы, сети телекоммуникации. Это кто вел? Ах, хороший вопрос. Официальных Ачумов. Понятно. Неофициально примерно так, как у нас с вами семинары проходят. Mm-hmm. Не совсем так. Сейчас там. Так. Значит, физический уровень – это уровень это кодирование сигнала. На нем рассматривается именно кодирование. Среда передачи данных, то есть все кабели, эфир и так далее, к физическому уровню ISO-оси не относится. Для того, чтобы рассматривать уровень среды передачи, используется, ну, кроме стека ISO-оси, есть и другие стеки. Вот стек IEEE 802, он охватывает два уровня, физический и канальный, причем физический у него ниже, чем физический уровень ISO-оси, то есть кроме кодирования сигналов, он еще и рассматривает и среду передачи сигналов. Ну, а физический уровень ISO-оси среду передачи сигналов не рассматривает. Хотя, конечно, есть достаточное большое количество атак именно на среду передачи. Причем эти атаки чаще всего атаки на... дополнительные параметры, скрытные атаки. Есть такая программа, может, была, может, и сейчас есть, американская Tempest. И вот там изучаются скрытые атаки на среду передачи и на изменения разных дополнительных параметров. После того, как в Штатах стали этим активно заниматься, данное направление стало очень популярно во всем мире. И вы, наверное, читаете время от времени об этом направлении. Им занимаются, например, в Израиле. Ну, пишется, что в университетах занимаются. Я думаю, что там... именно американская разведка занимается этим. Ну, а в университетах просто преподают и учат людей, которые потом будут этим заниматься. Например, взлом шифра по звуку вентилятора компьютера. Или подслушивание того, что происходит в закрытом помещении по колебанию окон помещения. Или вскрытие пароля по звуку нажатия клавиш. Вот все это использует вот такие вот скрытые и именно среду передачи. Это очень интересное направление, но, наверное, не в научном плане, а вот именно в плане спецподразделений. На физический уровень атак не очень много, ну, потому что мало интересные атаки. Все-таки физический уровень – это... то, что находится, это внутрисегментная атака. И по большому счету внутрисегментную атаку удобней осуществлять на канальном уровне, который более богатый, чем на физическом. Ну, на канальном уровне, опять же, это вот в основном
внутрисегментная атака, то есть все вот эти вот протоколы канального уровня и протоколы связи канального и сетевого уровня. Ну вот тот же самый ARP, он скорее на канальном уровне идет атака, чем на сетевом. Хотя ARP формально относится к протоколам сетевого уровня. Тут используется именно чаще всего широковещательный характер сообщений. То есть то, что сообщения доставляются всем хостам в сегменте. Сетевой, ну вот, достаточно богатый. Наверное, вот сетевой от транспортного смысла большого нет отличать. Чаще всего смешанно захватывает. Вообще, за что отвечает транспортный уровень? Транспортный уровень Ну? Так, сейчас я слайд презентации пытаюсь осознать. Здесь много текста. Могу зачитать весь транспортный уровень, оптимизирует использование доступных сетевых услуг, чтобы обеспечить пропускную способность, требуемую каждым сеансовым логическим объектом при минимальных затратах. Значит, транспортные уровни обеспечивают сеансы связи. Это основная услуга транспортного уровня. А сеансовый уровень? Если транспортный сеанс обеспечивает, то сеансовый? Сеансовый обеспечивает представительный уровень? Нет, а сеансовый это... уровень. Услуга сеансового связь. Уровня. Связь, сеанс связи. Ну, создание и завершение сеанса, наверное, какое-то. Нет, услуга сеансового уровня – это услуга разрешения имен. То есть протокол, например, DNS, который является протоколом разрешения имен, находится именно на сеансовом уровне. Протокол DAP находится на сеансовом уровне и так далее. А представительный уровень что делает? Уровень представления. Говорит о том, какую информацию будем передавать на прикладном уровне? Ну, нет. Какие услуги он предоставляет? У вас какая-то путаница в голове по сетям небольшая? Да, похоже, я модель оси не знаю совершенно. Да. Так вот, представительный уровень, он это или уровень представления, он отвечает. Каждый уровень имеет набор достаточно определенных главных функций, которые он выполняет. Там они еще кучу всяких других функций выполняют. И обычно, когда пишут про разные уровни, там вот эти вот вторичные функции заслоняют главные. Так вот, уровень представления – это уровень преобразования информации. То есть он меняет представление информации. Или кодирование информации. Вот шифрование – это как раз уровень представления. То есть, когда у вас происходит шифрование информации, SSL, TLS, например, то вот это как раз уровень представления. Меняется представление информации. Ну, а на прикладном все остальное. А сетевой уровень отвечает за… Путь передачи данных. За маршрутизацию. То есть маршрутизация у нас впервые возникает на сетевом уровне. На канальном уровне нет маршрутизации. Мы не можем перевести пакет из одного канального сегмента в другой. То есть между двумя, если у нас есть две сети Ethernet,
то мы на уровне канальном, на уровне Ethernet, пакеты передать из одной сети в другую не можем. Вот передачей занимается именно сетевой уровень, маршрутизация. Ну и вот, соответственно, атаки идут именно на основные функции каждого уровня. Ну, вот, на сетевой, на маршрутизацию и так далее. Значит, ну и вот тут вот у нас куча примеров полезных на атаке. Значит, вот у нас анализ сетевого трафика. У нас передает Алиса, получает Боб, а подслушивает все Ева. Ну и вот, когда мы анализируем сетевой трафик, вот смотрите, мы находимся между сегментами. Вот один сегмент, второй сегмент. А мы находимся между сегментными, два маршрутизатора. Атака у нас безусловная. Нам не нужно никакого условия для начала атаки. Атака у нас пассивная, потому что никаких активных действий мы не применяем. Атака у нас на, ну, на все уровни выше канального. Потому что канальный уровень за маршрутизатор не проходит. Маршрутизатор – это устройство третьего уровня по ISO оси. То есть оно пропускает минимум трафик сетевой. Соответственно, канальный физический уровень тут не проходит. И атака может быть только на, начиная с сетевого уровня. Ну, мы тут просто сидим, слушаем, анализируем. Для анализа трафика есть такое приложение Wireshark. Пробовали вы использовать его, нет? Не пробовали? Не слышит меня никто? Не, похоже, мало кто пробовал или никто не хочет говорить. Никто не хочет. Это да. А у нас лабораторки по Wireshark не было по нашему курсу? Или у нас что? Сейчас. На третьем курсе, значит, будет. Возможно. На третьем курсе будет. Wireshark, он, ну, тут у нас состоит из двух фактически этапов. Это захват трафика, то есть захватываем все, что есть, и анализ трафика. Ну, вот Wireshark это занимается анализом трафика, но он может вызвать и программу захвата, и захватить трафик тоже. Ну, основное это именно анализ. То есть вы просматриваете, что идет в пакетах, каким-то образом анализируете. Ну, естественно, это все анализ производится глазами пользователя. Это значит, что достаточно небольшое количество трафика. А если нам нужно анализировать большое количество трафика, то, конечно, человек тут не нужен. Значит, ложный ARP-сервер.
ARP-сервер, значит, это у нас ARP, это протокол стека TCP-IP, протокол формально третьего уровня, сетевого, естественно, потому что стек TCP-IP не рассматривает ничего, что ниже сетевого уровня. Но он, у него есть, как вы помните, на курсе, который вы должны изучали по сетям связи. Я буду считать, что вы это знаете. У нас этот курс вроде как сейчас проходит. То есть он сейчас проходит? На этом семестре, да. Ну хорошо, значит, я уверен, что вы все будете знать, но это уже точно вы должны знать, что у нас есть в каждом уровне протоколов точка доступа к нижележащему уровню. И вот эта вот точка доступа, если у нас сам уровень, ну, скажем, сетевой уровень, ему совершенно безразлично, что происходит ниже, то есть ниже он получает какие-то услуги и все. А конкретная реализация нижележащего уровня не важна, то когда у нас протокол находится в точке доступа к нижележащему уровню, то нам уже становится важен тип протокола на нижележащем уровне. То есть вот ARP – это протокол для разрешения имен. Он делает сопоставление имени нижележащего уровня и вышележащего, то есть IP-адреса и адреса нижележащего уровня. Этот протокол должен знать, как не только какие адреса на нижележащем уровне, но и как он действует. Например, когда мы работаем, если у нас протокол ARP, то это мы знаем, что мы внизу имеем широковещательный канальный уровень типа Ethernet. А если у нас не широковещательный канальный уровень, например, протокол типа ATM, тогда у нас другой протокол, NARP он называется, который занимается тем же самым разрешением этих имен. Далее, большое количество протоколов в локальных сетях описывается стеком протоколов IEEE 802. Даже, скажем, больше, практически все протоколы, с которыми вы встречаетесь канального уровня, это протоколы стека IEEE 802. С протоколами, которые находятся в других стеках, например, в ITU-T, вы в нормальной жизни не встречаетесь обычно. Поэтому, естественно, каждый стек протоколов имеет свою унификацию. Стек протоколов IEEE 802 имеет унифицированный адрес канального уровня, который называется MAC-адрес. Он имеет, унификация тоже вещь достаточно условная. Дело в том, что у нас есть два подхода к протоколам, сверху и снизу. Протоколы сверху строятся из какой-то идеи, то есть у нас вносится идея, например, сколько должно быть уровней в протоколе, как они должны быть разделены и так далее. Это протоколы, стандартная модель ISO-OSI и стек протоколов ISO-OSI. Вот это вот комитет, во-первых, делал, комитетный. С комитетными проектами тоже проблема в том, что для принятия каждого изменения нужно голосование или большинства, или всех членов комитета. То есть там уже вступает в дело не технологическая целесообразность, а
soft skills, то есть умение убедить других в своей правоте. Ну и в результате обычно комитеты порождают монстров, которые не очень живучи. А такие эталонные модели из таких протоколов, как TCP/IP и многие протоколы IEEE, да, все, наверное, IEEE 802, они растут снизу. Фактически IEEE 802 действует следующим образом. Он берет существующий протокол, добавляет его в свою структуру, ну и как-нибудь, если уж слишком изощренный протокол, подгоняет структуру под протокол. Так вот, он идет, значит, адресом канального уровня, MAC-адрес выбран. MAC-адрес есть нескольких размеров, ну, фактически двух размеров. Основной это 48 бит. Он применяется в большинстве протоколов. И в одном из протоколов, в токен BAS, или протокол, который использует эту технологию, назывался ARCNET, MAC-адрес 16 бит. Но протокол, ну, в принципе, есть комитет, который этим занимается, но протокол фактически в мертвом состоянии. Лет 10 назад он еще работал в ГПНТБ. Это Государственная публичная научно-техническая библиотека. Потому что они получили его, все оборудование с какого-то завода, на котором он работал. Сейчас, наверное, и там уж не работает. Его основным положительным свойством было то, что он был очень нетребователен к среде передачи и фактически работал по лапше, то есть по двупроводной телефонной сети. Ну, а остальные протоколы используют 48-битный MAC-адрес, но, опять же, у всех протоколов MAC-адрес, каждый бит считается от 0 до 7, слева направо. А у протоколов Ethernet каждый бит считается от 7 до 0. Опять же, слева направо. Ну вот, в каждом свои интересные особенности. И вот ARP, атака на ARP используют широковещательную природу канальной среды. Итак, ARP – это именно протокол для взаимодействия с широковещательной средой. Ну, в частности, конечно, со средой IEEE 802. Потому что он воспринимает адреса как 48-битные. Ну и в чем основная фишка? То, что у нас скорость света конечная, поэтому прохождение пакета по сети, оно занимает определенное время. В параметрах сети Ethernet, например, есть у нас такой параметр сети, как время двойного оборота. То есть это время, за которое пакет у нас пройдет
туда и обратно, то есть от одной границы сети до другой и вернется обратно. На это время завязана длина сегмента, размер сегмента сети. То есть вот если у нас обычный Ethernet, то длина кабеля Ethernet не должна превышать 100 метров. Ну, или иначе у нас время двойного оборота будет превышено, превысит стандартный уровень, и сеть перестанет стабильно работать. Ну и тут мы сидим и ждем, когда появится запрос на ARP-адрес. Вот у нас вот такая вот система. Мы ждем, когда появится запрос. Ну, в части тут у нас запрос на адрес маршрутизатора. И как только мы увидели, что какой-то хост запросил адрес маршрутизатора, то есть он знает его IP-адрес, а MAC-адрес не знает. Запросил MAC-адрес, атакующий Ева сразу посылает ответ на ARP-запрос, ARP-ответ, в котором дает адрес себя в качестве адреса маршрутизатора. После этого все пакеты, которые должны идти к маршрутизатору, будут идти через Еву. Ну, вот такой вот симпатичный вариант атаки. Мы можем, если в том случае в первом у нас односторонние пакеты, да, то тут мы видим, что хост запрашивает какую-то информацию, пакет идет через Еву, но обратные пакеты от маршрутизатора идут напрямую к хосту, поскольку маршрутизатор нам обмануть не удалось. То есть атака у нас должна каким-то образом учитывать то, что обратные пакеты мы перехватить и повлиять на них не можем. Ложный DNS-сервер. Ну, тоже тут очень у нас простые атаки. Ну вот таким вот образом мы можем DNS-сервер размещать как внутри сегмента, так и межсегмента. В данном случае мы посылаем ложный ответ. Причем у нас ложный ответ у нас может быть как для хоста, так и для самого DNS-сервера. Когда мы вводим в заблуждение DNS-сервер, это называется отравлением кэша DNS-сервера. Это очень хорошая атака, очень приятная, потому что мы на некоторое время обманываем всех, кто потом обращается к этому DNS-серверу. А кэш имеет определенное время жизни, ну, максимальное, скажем, 3 дня. Сейчас такого нет. Сейчас предпочитают, скажем, делать по 5 минут время жизни. Поэтому отравлять кэш на... А он запрашивает подтверждение через половину время жизни, то есть через 2,5 минуты. Отравлять кэш на 2,5 минуты тоже специфическая атака. Ну и в данном случае у нас атака очень простая. Мы должны подставить, вот у нас тут сервер Top Secret. Мы должны послать адрес Евы, ну или
другого там хоста Евы, как адрес этого топ-секрета. Тут у нас может быть внутрисегментная атака, то есть DNS-ответ мы направляем сразу, как только отправили DNS-запрос. Вот у нас пошел DNS-запрос. Ну и пока там он дойдет сюда, вернется обратно, это пройдет время. А мы сразу раз и DNS-ответ направили. То есть опередили. И все. После этого у нас хост первый, вместо того, чтобы соединяться с хостом, с каким он хотел, секретным, он соединяется с хостом атакующим. Вариант следующий. У нас нет возможности внутри сегмента находиться, и мы не можем быстро ответить. Мы ожидаем, но DNS-сервер конкретный, скажем, DNS-сервер организации, мы делаем следующее. Мы не можем отследить DNS-запросы. Мы посылаем шторм DNS-ответов на хост, который запрашивает. Соответственно, как только он отправил пакет, а ему тут раз, сразу уже пачка ответов пришла. Он получает ответ и нападает. Ну, естественно, есть проблемы с этой пачкой ответов, а если учитывать разные средства защиты, это DNSSEC и переход на с UDP на TCP, то тут вообще все достаточно грустно. У нас есть вариации прошлого метода, то, что мы еще можем посылать шторм на DNS-сервер, чтобы он медленнее отвечал и не мешал нашим ответам. Ну и вот тут мы атакуем уже не клиента, а DNS-сервер, отравляем наш кэш. Отравление кэша, то есть, как вы помните, как вы должны были изучать на курсе по сетям, у нас DNS-инфраструктура имеет иерархическую структуру, структуру дерева. Соответственно, у нас нижележащие серверы опрашивают вышележащие. Мы значит, или перехватываем запрос DNS-сервера нижележащего, либо посылаем ему шторм ответов. Ну, обычно вот тут вот со штормом ответов достаточно сложно из-за защиты DNS тоже. Но как дополнение нам хорошо бы на вышележащий сервер какую DOS-атаку организовать, чтобы он, по крайней мере, медленнее отвечал. В результате нижележащий сервер будет иметь наш адрес нашего сервера в своем кэше, и в следующее время жизни пакета в Time to Life он будет отвечать, рассказывать, что это именно такой адрес имеет наш сервер. Сервер, к которому все остальные обращаются. Ну, вот это вот отравление кэша сервера очень, очень удобно. Значит, ну и ICMP,
Нет, вот это вот такая несколько теоретическая, потому что ICMP-то вообще никак не защищен. Ну, я не говорю про IP-версии 6, которого еще нету. Его во многих сетях и на серверах могут блокировать, ну, в общем, фильтровать и так далее. А тут, собственно, такая фишка, что у нас для автоматической управления сетью у нас сами отправляются ICMP-пакеты, в которых дается IP-адрес маршрутизатора. Ну, в данном случае это внутрисегментная атака. Но опять же, я хочу сказать, что на современных сетях и локальных сетях защиты особо нету, именно отключение идет ICMP, по крайней мере, маршрутизатор перестает отвечать на ICMP. А вообще в сетях Windows, скажем, Windows 3.11, Windows 95, 98 Mi, они отличались такой интересной особенностью, что они вот этот ICMP-запрос на адрес маршрутизатора отправляли вплоть до того, что раз в 5 минут отправляли, несколько раз в час отправляли этот запрос, как у них там настроено по умолчанию, наверное, все-таки 5 минут. В результате, если мы помещаем атакующий хост в сеть с этими старыми Windows, то мы могли достаточно быстро на всех компьютерах установить в качестве маршрутизатора свой хост. Ну, вот, ну, тоже историческая атака. Вряд ли такую сейчас удастся повторить. Ну, хотя время от времени атаки на таких устаревших, казалось бы, устаревшие атаки, они время от времени повторяются, и поскольку про них уже все забыли, они достаточно эффективно работают. Но вот это вот ICMP, межсегментная, опять же, ну, ICMP это у нас уровень 3, то есть у нас через маршрутизаторы он проходит. Это протокол сетевого уровня. Соответственно, нам внутри сегмента находиться совершенно не обязательно. Просто внутри сегмента мы у нас более богатые возможности, нам проще перехватить трафик, проще быстро ответить и так далее. Но, в принципе, мы можем ложные ICMP-сообщения посылать и снаружи. То есть совершенно не обязательно нам это делать изнутри сети. Ну и вот у нас чудесная атака на TCP. Ну, эта атака интересна тем, что ее применил Кевин Митник против Цутома Симамура. В результате этой атаки на него было возбуждено дело. И он попал в тюрьму. Ну, собственно, эта атака базируется на подмене
одного из субъектов TCP-соединения. И, как вы знаете из курса сетей, у нас TCP базируется на так называемой процедуре хендшейка, рукопожатия, в котором у нас происходит обмен определенными данными. Значит, ну, вспомните структуру пакета TCP, его заголовка. Вот когда два хоста собираются, один подключиться к другому, вначале у нас посылается пакет, на котором установлен флаг SYN, и посылается последовательность контрольная хоста А. Хост Б поднимает в ответном пакете два флага SYN, синхронизация, и ACK, acknowledgement. Выставляет в виде начальной последовательности свою начальную последовательность, а в виде ответной начальной последовательности он посылает начальную последовательность первого хоста с добавлением единицы. Таким образом, он сообщает, что я получил начальную последовательность, это как бы пароль, и я ее знаю. И третий этап хендшейка – это первый хост посылает уже флаг acknowledgement, посылает в качестве номера последовательности последовательность плюс один и в качестве ответной последовательности acknowledgement номер посылает последовательность хоста B плюс один. То есть таким образом тоже как пароль, что я знаю твою последовательность. И дальше начинается передача данных, ну и завершение тоже происходит таким же образом, но вместо SYN флаг FIN поднимается. Ну и вот, собственно, у нас атака состоит в том, чтобы подменить одного из участников этого соединения. А для этого нам нужно подобрать последовательность, которую нам присылают. Фактически, как тут можно это сделать? Ну, естественно, мы посылаем пакет ответов с разными последовательностями. Последовательность у нас двухбитная, то есть у нас от 0 до 2 в 16 минус 1, то есть достаточно много значений. И конкретный диапазон значений можно определить следующим образом. Опять же, это зависит от реализации. В идеале, конечно, выбор вот этого вот хостом А и хостом Б своих значений номера последовательности должен быть совершенно случайным на основании случайного числа. Но фактически во многих реализациях выбор этого значения детерминированный, ну, для как бы сохранения ресурсов. Ну, например, в NT4 он имел вид просто прямой, то есть у нас график прямая была.
то есть арифметическая последовательность у нас тут. В результате, если мы сделаем какой-то пустячный запрос, ни о чем, хосту, и он ответит нам с каким-то номером последовательности, мы и не будем продолжать работу с ним, а номер последовательности у себя просто зафиксируем, то, зная закон изменения номера последовательности, мы, естественно, можем подделать эту последовательность и таким образом взломать данное подключение. Ну, вот таким вот образом, собственно, атака и состоялась. Ну, достаточно сложная атака, следует заметить, но не невозможная. Ну, вот атака на DNS, когда DNS идет не через UDP, а через TCP, включает в себя и подмену субъекта. Ну, на этом, наверное, мы закончим наше обсуждение. Есть ли вопросы какие-нибудь? Если вопросов нет, тогда до свидания. Дмитрий Сергеевич, извините. Да. У меня тема про доклады, по докладам. Но вы же не стали выступать. Да, но мы выбрали на 8 марта, но мы не учились. И сейчас мы не можем не прикрепить доклад. На 8 марта не было занятий. Да, не было занятий, поэтому мы и не выступали. Сейчас, секундочку. Сейчас смотрю, так, так. Ага. Так, снова заглушение. Так, ну вот я смотрю, у нас да, вот у нас лекция третья. Угу. Нужно было сдать до 8 марта, а лекция третья происходит сегодня. То есть нужно было сегодня ответить. Хорошо, можно нам как-то дату поменять, чтобы мы смогли хотя бы выгрузить работу? Я не совсем понимаю, нет, но я не понимаю, в чем проблема. Ну, мы не можем не поменять тему и выгрузить. Нет, конечно, но если вы собирались отвечать сегодня, то должны были до 8 марта включительно загрузить доклад. Что мешало вам это сделать? Ну, вот что-то помешало. Ну, значит, все. Больше ничего сделать нельзя. Угу, то есть она сгорела, эта работа. Да, сгорела тема, да. Угу, ладно, спасибо большое. Да. Ну все, до свидания.